Областная больница номер 3 получила новые машины скорой помощи. Таким образом, автопарк полностью обновлен. Новые скорые на базе «Газель» оснащены самым современным оборудованием для оказания экстренной помощи. В каждом спецавтомобиле есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, аппарат искусственной вентиляции легких, что особенно актуально сейчас. Для нас это очень значимое событие, для нашего учреждения. Сегодня автопарк станции скорой помощи пополнится 6 автомобилями, да, и с завтрашнего дня эти автомобили уже выйдут на линию. Это, безусловно, мы искренне надеемся, что это повлечет автоматически на большую удовлетворенность наших пациентов, ну и, конечно же, более комфортно будет работать нашим сотрудникам. Политика департамента здравоохранения такова, что если мы возьмем любой автомобиль скорой медицинской помощи на юге Тюменской области, он будет оснащен абсолютно одним и тем же оборудованием. Оборудование современное, надежное, мобильное, позволяет оказывать скорую помощь как на месте вызова, да, в квартире, допустим, так и в автомобиле, на месте происшествия, допустим, на дороге и так далее. На станции скорой помощи областной больницы номер 3 работают 50 водителей, 70 фельдшеров и 2 врача. Ежедневно на службу заступают 12 бригад. Они обслуживают город и Тобольский район. В случае внештатных ситуаций есть еще одна резервная бригада. Новые автомобили позволят медикам работать быстро и эффективно, что особенно важно в период пандемии.